Хари Кришна, Хари Рама, дорогие друзья, мы в эфире. Давайте проверим обратную связь, качество картинки, звука. Матвей Александр спрашивает, где мы. Мы, в общем, пошли от угла, с которого мы идем, но не вдоль Кузнецкого моста, а вот в другую сторону. Сейчас я вас сориентирую, какая-то улица. Сейчас дойдем до указателя. Сегодня у нас новый маршрут, дорогие друзья, поэтому увидите новые места, новые картинки, но всю ту же самую Харинаму Гавара Шакти. Итак, мы сейчас идем по большому кисельному переулку. Вот. Дом 5 мы проходим, мы свернем на Чистопрудный бульвар в итоге и вдоль по нему пойдем до Красных ворот. Сегодня попробуем новый опыт.
Как видите, сегодня такая яркая, прям нарядная, праздничная харинама. Очень много преданных сегодня пришло. Неспроста праздник харинама – это праздник для всех. Девочки спрашивают. Матыш Александр, еще раз мы идем по большому кисельному переулку. И потом мы свернем на Чистопрудный бульвар. Вот, так что если вы хотите нас догнать, то где-то к Чистопрудному бульвару ориентируйтесь. Мы скоро туда подойдем и сделаем там стояночку около метро Чистые пруды. Сегодня наша харинама благословена почетным гостем Бхакти Ратнакар Амбариша Свами Махараджем. Слава великому преданному! Все сегодня получат невероятное благо, кто будет на трансляции на харинаме. Пожалуйста, помогите и другим обусловленным душам обрести эту милость. Поделитесь трансляцией, дорогие вайшнавы. Делайте репосты, отправляйте лайки, пусть милость святого имени проповедуется всеми доступными способами. Сегодня отличная прогулочная погода. Обычно в такую погоду люди гуляют с семьями, занимаются какими-то такими развлекательными делами, а у нас не просто развлечения, у нас величайший праздник во Вселенной. Проводим время с пользой. Итак, мы свернули на Большую Лубянку. Кто успевает, подгребайте. Мы вас очень ждем. Вот и первые прохожие, которые нам встретились, улыбаются во все лицо, как говорится. У людей нескрываемая улыбка просто. Мы еще не ходили по этой улице, сегодня милость обретут новые души. Проходим мимо магазина с православными товарами, иконы, другая атрибутика замечательная.
чувствую, как в воздухе пахнет ладаном. Как замечательно. Атмосфера здесь уже подготовлена для харинамы. Такой православный квартал, и смотрите, люди машут. Им очень нравится. Они выглядывают из-за углов, смотрите. Да, наверное, пойдем вон там, да, по центру, как думаете? Вот там вот, там дорога. Да? Наверное, это по саду, да, пойдем? Давайте туда пойдем. Преданные полны энтузиазма, как видите. Да. Нет, здесь просто людей побольше, по-моему. Приходится одновременно сегодня трансляцией управлять и показывать направление, потому что никто не знает, куда идти. Ориентируемся на ходу. Мы ориентируемся на улыбки людей, где их больше, туда и идем. А, Вадим, мы сейчас идем по Сретенскому бульвару к метро «Чистые пруды». Подъезжайте к «Чистым прудам». А дальше мы повернем к Красным воротам. На «Чистых прудах» мы сделаем остановочку, скорее всего. Спасибо за лайки, дорогие друзья. Я вижу, летят ваши сердечки. Это значит, что вы с нами, а мы с вами.
И со всеми нами Амбариша Махараджа с вами. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Наши дорогие друзья присоединяются к трансляции. Ирина, Харе Кришна, поклоны вам. Поклоны Джай Радхе. Посмотрите, как много преданных, очень вдохновленных, с открытыми сердцами сегодня вышли служить святому имени. Предводитель Харинамы Джанардана Прабу топит, топит сердца любимыми, любимыми мелодиями. Харе Кришна, Харе Кришна. Мы в самом сердце столицы. Подобно тому, как мудрецы в лесу на Имишаране собрались, чтобы совершать тысячелетнее жертвоприношение, воспевание славы Господа. И таким образом влиять на всю Вселенную. Мы надеемся, что нас снимает множество камер. Харинама попадает на YouTube, в другие социальные сети. И люди буквально по всему миру могут видеть эту красоту преданного служения Господу. Наш бессменный служитель Санкиртана Говинда Чаран Прабху. Уже все книги раздал. Все. Кому-то повезло. Так, кто сейчас хочет успеть харинами, мы сейчас остановимся на метро «Чистые пруды».
около метро у нас будет стояночка небольшая. Потанцуем здесь, попоем и двинемся дальше в путь по Чистопрудному бульвару. Мотор, как говорится, мы останавливаемся. И здесь начинается раздача милости. Мата Джанандики. Мата Каждый хочется потанцевать вместе с преданными. Но я связан трансляцией для вас, дорогие друзья, чтобы вы могли узреть весь этот нектар. Мой драгоценный брат Ананта Гопа Прабу наконец-то пришел к нам. Вот он, ваши главы. Люди очень робко так в стороне смотрят и снимают Харинаму на видео. Они здесь такого еще не видели, похоже. Это народ Арбата уже приучен к еженедельным Харинамам. А здесь для людей это просто духовный, культурный и просто эстетический взрыв. Такой красоты они явно не видели. Это выход станции «Чистые пруды» на Чистопрудный бульвар. Да, Александр, если вы хотите к нам присоединиться, пожалуйста, пишите. Вот люди вдохновляются Харинамой. Они, кажется, уже уходили, но, похоже, вернулись.
нельзя так просто покинуть Харинаму. Я их понимаю. Святейшество Бхакти Ратнакар Амбариша Махарадж с вами. Книги и шарики сегодня расходятся просто махом. Как видите, как такое возможно? Только по милости Шрилы Прабхупады. Вот мы двинулись в путь по Чистопрудному. Люди, вдохновленные харинамой, шариками, милостью, остаются с хорошими самскарами. Преданные оставили здесь свои сердца.
Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Заходим в рощицу на Чистопрудном бульваре. Мужчина ты или женщина, ты покоришься, покоришься Господу Гауранге, стоит только чистым преданным Господа пролить на тебя милость. Очень много сегодня счастливых людей. Видно доволен жизнью в служении Кришне.
собираем лайки прохожих. Ждем и ваших лайков, и сердечек, дорогие друзья. Смотрите, очень харинамный прыгит. Один в поле воин, как видите, если ты находишься рядом с Харинамой. Ребята на том берегу реки Счастья тоже вдохновились и идут рядом с нами, оборачиваются. Сегодня у нас харинама на льду. Сегодня очень скользко. Воу, катается. Люди в материальном мире ходят словно по скользкому льду. Вроде у тебя все хорошо, а через мгновение ты уже упал и что-нибудь себе повредил. Некоторые встают, научившись горьким опытом, начинают жить осторожней. Но это им обычно не помогает, потому что все равно они падают, все равно больно. Выход. Встать на лыжню харинама санкиртаны. Напомню, что мы сегодня закончим на станции метро Красные Ворота. Там у нас арендован зал, просад-холл. Воу, вот он, зимний снайпер харинамы. Охота на лучшие кадры продолжается. Да.
замерзшее озеро. Вот это замерзшее озеро материального мира. А это живая река Бхакти. Она течет, заполняя собой все пустые сердца этого мира. Во всех городах и деревнях Харинама Санкиртана вскоре зазвучит в полную силу. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Смотрите, как они вдохновленно танцуют, повторяя за преданными. Юлия, Матаджи, Ирина, приветствуем вас. Мы тут осваиваем новый маршрут как раз. Очень много счастливых людей, таких удивленных. Они не видели здесь Харинамы. Явно. Здесь особо идти такие тихенькие улочки. И люди такие очень здесь спокойные.
Минут через 10 буквально мы будем на Садово-Сухаревской и повернем к Красным воротам. Для тех, кто еще теплит надежду присоединиться, как вот эти вот замечательные девушки с хоринами. Опа! И поворот. Да, вот и улица, собственно, Покровка 25 сейчас проходим. Сегодня такая нестандартная хоринама, как видите. Новый маршрут, преданный максимально внимательно, сосредоточены. И приходится предаваться, да, в такие моменты Кришне, чтобы все было хорошо. Новые непривычные дороги, боюсь идти по ним, не знаю, какое тут движение, еще непривычно. Наши новые друзья прощаются с нами, они пошли распространять милость Господа своим подругам, одноклассникам и родственникам.
Вот так вот поделились, и милость пошла дальше. Побежали, манджари. Аханчар Прабу подсказывает, что это прибежали манджари. Манджари Радхарани, помочь Харинаме. Харинама сегодня, я навсегда запомню ее в своем сердце. Очень необычное, какое-то невероятное просто вдохновение сегодня у преданных. То ли вызванное новым маршрутом, то ли
тем, что с нами Махарадж Амбариша. Мы подбираемся к Садово-Сухаревской. Одобрительные знаки внимания от автомобилистов. А сейчас для тех, кто терпеливо сидел с нами и был целый час, Махарадж Бхакти Ратнакар Амбариша с вами вступает в игру. Сейчас вы услышите голос чистого преданного и мгновенно отправитесь на Вайкунху, дорогие друзья, буквально через 5 минут. Стас, Прабу, как вам сегодняшний день? Так, меня кто-то зовет сзади, так. Перчатки. Перчатки просят? Да. Они не работают. Вот он нектар Бхакти. Подставляйте свои уши и сердца, воспевайте вместе с Махараджем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Киртан для услаждения слуха Шри Шри Рады Говинды. Отправляет сердечки в чат буквально под мелодию. Ваше сердце бьет в такт с харинамой. Сразу видно.
Дедушка уже попробовал, кажется, сладкий шарик на вкус и подумал, а почему бы не снять этот замечательный праздник на видео. Не зря же внуки подарили хороший телефон. А здесь уже вовсю проходит Санкиртана. Мы решили отправиться дальше в путь. Даже в подземелье не страшно. А с 50 преданными вообще ничего не страшно. Видите, ничего страшного абсолютно. Мы побывали в темных уголках материального мира и выбрались невредимыми, потому что мы вместе с Харинама Санкиртаной. Сейчас звуки киртанов вновь донесутся до нас. We'll be right back.
Эта улочка напоминает нам Арбат, по которому мы обычно проходим. Такой же шум, такие же улыбающиеся прохожие. С противоположного конца дороги нам машут люди. Они тоже хотят сюда. Давайте благословим их, чтобы они тоже попали на Харинаму. Мы их не знаем, но хотим узнать, что это за души. Арибом! Все благословения! Одобрительные сигналы водителей. Стандартная тема. We'll be right back.
Матаджи Светлана написала «Харибол, красавицы». И красавцы тоже. И самые лучшие красавцы всей вселенной. Да, и наши вам поклоны, дорогая Матаджи Светлана, от всех преданных Харинамы. А еще туда еще можно прям? Ну да. А, давай. Да? Еще тут переход, да? Да, вот там выкладывайте просто. Где-нибудь, куда-нибудь вот еще. Дальше, сейчас туда. Давай. Елочки, хоровод просто. А что, да, красиво там, может, люди есть там вроде, да? Есть. Да, давайте тогда, надо в переход нырнуть и туда. Туда переход? Ага. Пойдемте вот там, около елочки, да? Да, в переход и туда. Снова небольшое подземелье, возможно, связь немножко прервется, не уходите. Буквально через минуту восстановимся. Да, туда чуть пройдем, там за елочкой можно постоять, наверное. Или хоровод вокруг елки, да. Итак, мы на Красных Воротах. Здесь замечательная елочка. Ждет, ну, ждет Харинамы. Все преданные вдохновились этой елочкой. Вот он пошел, трансцендентный хоровод. Да,
Что-то тоже нет народу здесь, безлюдно довольно-таки, да. Так, ну нам надо сюда будет вернуться в конечном счете. От нас далеко метро. Я вечером еду, народ. Пытаемся определить дальнейший маршрут, где побольше людей, но тут такое прям буквально очень спальное место, как ни странно, хотя это Красные Ворота, здесь обычно толпа людей, офисные здания, на сегодня выходной, здесь довольно-таки тихо. Что ж, пока постоим здесь, просто будем петь святые имена для удовлетворения Радхи Кришны. На Прабу придумал некоторый план, и мы снова двинулись в путь. Так, мы идем на площадь трех вокзалов. Что ж, идея может быть рискованная, но в принципе интересная. Где бы ни прошла Харинама Санкиртана, это всегда благо.
Кто во главе Харинамы? Анжали Гауранга Прабу. Вот кто освещает путь своим чистым сердцем. Наш ангел-хранитель Харинамы. Анжали Гауранга Прабу Ки Джай. Наш маршрут простой, он светлый, золотой. Мы идем по стопам Чайтаньи Махапрабху. Итак, солдаты Господа Чайтаньи встречаются с солдатами Российской Федерации. Кто же победит? Побеждает дружба! Thank you.
как говорят, здесь еще не ступала нога человека. Здесь еще не ступала нога Харинама, это точно. Такое здесь все, знаете, первобытное, да, видите, какие-то постройки недостроенные. Вроде центр Москвы, а вроде как все вот такое еще в зачаточном состоянии, потому что здесь еще не пролилась милость Господа. В действительности людьми могут называться только те, кто служит Верховной Личности Бога, следует Его воле. И возможно, что здесь действительно пока еще не ступала нога человека. Смотрелись и не уронили на нас этот кран. Для тех, кто устал немножко, сейчас включится второе дыхание, я вам обещаю. Вот оно уже перезаряжается. Сейчас буквально за поворотом. Пройдя лабиринтами темных дорог. Оказываемся на площади трех вокзалов. Сейчас мы буквально пару шагов еще. Вот они, те заветные души, за которыми охотятся преданные сангхиртаны. Души, которые хочет вернуть домой Шримати Радхика. Сейчас все они обретут великое благо.
а кто-то из них прямо сегодня станет преданным Господом. Да, такое бывает охренами. Вот здесь люди такого точно не видывали. Они так удивленно смотрят. Трудно передать на камере, но они просто остановились и ошарашились. Они не решаются пойти ни туда, ни сюда. Все гаджеты на изготовку. Кто-то сегодня, возможно, впервые приехал в Москву, и он теперь будет думать, Москва у него будет прочно ассоциироваться с Харинама Санкиртаной. Но он будет думать, что здесь это обычное дело. Ну, так оно и есть, в общем-то, каждый день здесь проходят Харинамы. Какая красота, посмотрите. Сестры Харинама на фоне серой Москвы. Даже люди в черном снимают харинаму. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
такая сумасшедшая Харинама Санкиртана сегодня. Меняем все стандартные привычные маршруты. Какой это город? Угадайте, не глядя в название трансляции. Правильный ответ. Город Гауранги. Гаура Шакти звучит в каждом слове, в каждом звуке. Океан преданных перед вами. Thank you.
Сахар, там Бориса с нами Махарадж. Грязи не боятся, Харинама вообще ничего не боится. Лишь бы быть вместе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
новое вдохновение, обращайтесь к моему духовному брату Ананта Гопи Прабу. Yeah.